Работаем. Так работают сотрудники специального отряда быстрого реагирования СОБР Росгвардии. На территории Тульской области они выполнили 63 задания на проведение специальных операций. Задержали 35 подозреваемых в преступлениях. Изымали оружие, боеприпасы и наркотики. В Северо-Кавказском регионе они выполнили 137 заданий, обезвредили 2 вооруженные группы и ликвидировали 5 оказавших сопротивление преступников. В преддверии профессионального праздника 9 ноября отряд СОБР продемонстрировал тульским журналистам свое умение обезвреживать бандитов и террористов. Человек, который рассматривает себя как кандидата в данное подразделение, он должен полностью осмысливать то, какую задачу ему приходится выполнять, и то, какие риски и какие последствия могут быть при выполнении этих задач. Все сотрудники СОБРа проходят, изучают такие дисциплины, как физическая подготовка, очень большое время уделяется физической подготовке, плюс тактика специальная подготовка, плюс инженерная подготовка, высотная, огневая подготовка. Все это очень важно, потому что решается очень огромный круг задач, где нужно, чтобы сотрудник был разносторонне развит. Какое слово больше всего подходит для того, чтобы описать этот бойца СОБР? Это братство и ответственность. Братство среди сотрудников и у каждого сотрудника ответственность. Артем Редин, Сергей Стариков, Телетула.